В соответствии с законом Карачаево-Черкесии от 12 января 2005 года есть категория льготников, которые имеют право на бесплатный ремонт изготовления зубных протезов, и Республиканская стоматологическая поликлиника со дня издания документа продолжает проводить эту работу. Алла Динаева подробнее. Приближается 2 ноября, день памяти жертв карачаевского народа, и Республиканская стоматологическая поликлиника напоминает жителям Карачаева-Черкесии, что доктора продолжают оказывать льготное протезирование. В соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и о социальной поддержке отдельной категории ветеранов, имеющих право на бесплатный ремонт и изготовление зубных протезов, это лица, пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда, ветераны военной службы и труженики тыла. Мы будем рады видеть всех с поликлиники и оказать всестороннюю помощь в зубопротезировании. Сотрудники Республиканской стоматологической поликлиники предлагают такие виды льготных ортопедических конструкций, как... В рамках льготного протезирования мы протезируем съемными протезами, несъемными. К несъемным относятся штампованные коронки, литые конструкции, мостовидные и литые короночки. Если этого недостаточно, то используем индивидуальный подход, подбираем необходимые конструкцию для восстановления улыбки и жевательной функции. Для реализации льготного протезирования лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам военной службы, при себе необходимо иметь паспорт и льготное удостоверение. Прийти на приемы и получить консультацию и рекомендации по дальнейшему протезированию можно с 8 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в Республиканской стоматологической поликлинике в Черкеске, улица Горького, 6А. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.